Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня выходной, и мы после семейного обеда повезли детей покататься на велосипедах и машинах. Как ни странно, но на вилле Боргезе самые дешевые цены проката. По крайней мере, мы берем машину и платим 5 евро за час. Вилла Боргезе – прекрасный парк Рима. Пока дети будут кататься, мы погуляем и насладимся видами парка. Решила снять видео нашей дороги и пока мы выезжаем с нашего района, поговорить с вами немного о погоде. Самый часто задаваемый вопрос, который получаю от вас, это какая погода в Риме будет через неделю, через две и даже через месяц. Дорогие мои друзья, единственное, чем я могу вам помочь, так это прислать скриншот с телефона прогноза и не более. Погода непредсказуемая и что-то сказать заранее очень сложно. Из моих видео, которые я снимала в октябре, вы видели, что погода стояла великолепная, и даже еще в ноябре я гуляла в парке в футболке. Потом резко поменялась погода, похолодало и пошли проливные дожди. Я очень переживаю за вас, кто приезжает в Рим, и плохая погода не дает в полной мере насладиться красотами и богатством Рима. При такой погоде не то что гулять, даже выходить из дома не хочется. Но из любой ситуации есть выход. Если из-за проливного дождя не удается погулять по улочкам Рима, где можете одновременно побывать в античном, средневековом и современном Риме, окунуться в атмосферу, которая вас окружает, порассматривать дома XII-XV века, на которых сохранились фрески, украшавшие их. На этот случай я советую вам разработать другой маршрут, где большая часть прогулок будет проходить в закрытых помещениях. Например, на улице Корсо, которую знают все туристы, она находится в 2 шагах от площади Венеции, есть замечательный дворец Дория Памфили. Многие туристы заходят туда полюбоваться апельсиновым двориком и не более. А вы купите билет во дворец семьи Памфили и попадете в частную галерею с богатым собранием живописи, скульптуры и мебели семьи Памфили. Здесь собрано 400 картин 15 и 18 веков. Есть картины Тициана, Рафаэля, Караваджо, скульптуры Бернини. Все эти шедевры находятся в прекрасных залах, которые переливаются в свете. Попав в эту галерею, ваш пасмурный день превратится во что-то светлое и незабываемое. Чтобы осмотреть галерею не спеша, у вас уйдет более 2 часов. Билет стоит 12 евро, а галерея работает каждый день с 9 до 17. Эта галерея была открыта для посещения в 2011 году, и в ней до сих пор живут потомки семьи. Интересно, не правда ли? Когда я попала первый раз в галерею, то ходила как завороженная. Очень красивая галерея, и вам советую туда сходить. Еще в такую погоду рядом с площадью Венеция на Капитолийском холме находятся Капитолийские музеи, тоже рекомендую вам сходить. У меня на канале много видео оттуда, можете посмотреть. В Капитолийские музеи у меня вход бесплатный. Я могу сопроводить вас по этим музеям и показать самые ценные шедевры. Здесь вы проведете тоже более 2 часов. Цена билета 15 евро. Этот музей был открыт в 1471 году, и он считается самым старейшим публичным музеем в мире. Зимой темнеет рано включают освещение. Вы, дорогие мои друзья, должны увидеть Капитолийскую площадь вечером. Это чудо чудное, незабываемое зрелище. Так что планируйте визит сюда после 15, и при выходе из музея увидите всю площадь в свете. Я привела пример, куда можно сходить в дождливую погоду, только 2 места, но в Риме таких мест очень много. Я уверена, что любой дождливый день можно украсить такими прекрасными местами, и поездка в Рим будет незабываемая. Вот мы уже и доехали до виллы Боргезе, а тут опять народные гуляния, танцы, песни, и никакая плохая погода не пугает людей. Итальянцы они такие. Они любят хорошо покушать, а потом повеселиться. И если видите на таких праздниках палатки с продуктами, не стесняйтесь, подходите. Здесь можно попробовать очень много разных итальянских продуктов. А здесь показывают, как делают феттучини. А по соседству угощают вкусным вином. Здесь можно было попробовать сыр качотто, полумягкий итальянский сыр. И здесь было очень вкусно, я потом на обратном пути попробовала. Дегустация оливкового масла. Берете кусочек хлеба и макаете в оливковое масло. Очень вкусно. В этой палатке была представлена вся продукция с добавлением черного трюфеля. А вот и сам черный трюфель. Посмотрите, сколько его много. Трюфель я обожаю. Здесь я попробовала все. Разнообразные джемы. А это клубничный ликер из городка Неми, который находится в 30 километрах от Рима. Одноименное озеро Неми, где плавали роскошные и увеселительные корабли Калигулы. Ромбаба, которая очень хорошо пропитана ромом. Вкусная. Шоколад. Посмотрите, как много продуктовых палаток. Здесь можно все попробовать. Вот так обычно и проходят праздники на вилле Боргезе. В ноябре в Италии проходит сбор оливок и получают первые литры драгоценного оливкового масла. Можно было продегустировать оливковое масло, привезенное с разных регионов Италии. А тут опять винцо дегустируют. Вот почему-то настойки на травах больше предпочитают пробовать женщины. Тыква, новый урожай гранат, и здесь вижу уже более выдержанные сыры. Каштаны и сладости, приготовленные из них. Можно было купить и попробовать разнообразные печенья. Палатки закончились, а тут в такой интересной позе интервью дают. Этот пожилой человек наравне с молодыми зажигает на роликах. Эти водяные часы, стоящие на прудике, были установлены на вилле Боргезе в далеком 1873 году. Вот такая машинка стоит 5 евро час. Видите попугаев на пальмах? А здесь показывают кукольный театр для детей и тут же бар. На вилле Боргезе на каждом шагу можно встретить бюсты знаменитостей. А это бюст моего любимого скульптора Бернини. Прогуливаясь, мы потихоньку дошли до панорамной площадки на холме Пинчо. С Пьяцца-дель-Пополо на холм Пинчо можно попасть вот по этой лестнице. С этого холма открывается потрясающий вид на Пьяцца-дель-Пополо и на весь город. Отсюда прекрасно виден купол собора Святого Петра, замок Святого Ангела и многие другие достопримечательности. Задержитесь здесь. Вон там вдалеке видите купол? Это купол собора Святого Петра. В той стороне находится Ватикан. Прямо у смотровой площадки под ногами можно заметить невзрачную и уже поржавевшую табличку. Здесь написано: «Уличные фонари Пьяцца-дель-Пополо связаны с родильным отделением. Каждый раз, когда свет мигает на площади, означает, что родился ребенок». Такая же табличка есть и у Ватикана. А теперь давайте полюбуемся видами. Помните, весной я показывала вам дерево цветущей хурмы? Так вот, сейчас уже плоды созрели. Вот такие прекрасные виды открываются на Рим, а вон там вдалеке хорошо просматривается алтарь Отечества. Ресторан, и говорят, что готовят здесь очень вкусно. Здесь, если вы спуститесь и пройдете вперед, выйдете к площади Испания. напитки, мороженое и всевозможные бутерброды для тех, кто проголодался на прогулке. Небольшой уголок аттракционов для самых маленьких. Бар и ресторан. Он находится рядом с водяными часами. Мы сделали круг и вернулись. Очень мило украшено зеленью и цветами. Посмотрите, как красиво. А этому бюсту просто повезло. Он находится под крышей и под присмотром. И никто у него не отколотит нос, как у других. Вот такой немного страшненький вид открывается с виллы на дорогу. Мы нагулялись и накатались, а сейчас возвращаемся к машине и поедем домой. А народные гуляния до сих пор продолжаются. Национальная галерея современного искусства. Здесь тоже находится огромная коллекция итальянской живописи XIX и XX веков. Кто узнал эту базилику? Это базилика Санта-Мария-Маджоре. Посмотрите, какая она красивая в вечернее время. А в доме напротив, вот здесь наверху, находится смотровая площадка. Дети немного проголодались после прогулки, и мы зашли купить немного пиццы. Посмотрите, какой ассортимент. И само заведение очень миленькое. Оно находится рядом с базиликой Санта-Мария-Маджоре. Это уже другой магазин. Сейчас купим что-нибудь к ужину. Помидоры с рисом и картофелем. Мы решили на сегодняшний ужин взять немного нарезки. Баклажаны в масле, но я их дома сама делаю. Зелененькое – это песто. Разнообразные оливки. Сыры, мортаделла, итальянская вареная колбаса. И сегодня была акция. Если берешь вот такой маленький кусочек мортаделлы, в подарок сумка. Не помню, как точно называется, но это одна из разновидностей бризаулы. а бризаула – это высушенная на воздухе соленая говядина. И еще взяли немного прошутто, итальянской ветчины. Она сделана из окорока. И самая известная разновидность прошутто – пармская. Вот ее-то мы и взяли. И еще, чем тоньше нарезка, тем она нежнее и вкуснее. А мне после прогулки уже ничего готовить не хотелось. Решили обойтись нарезкой и белой пиццей. Поздней осенью и зимой в Риме любят готовить салат пунтарелли алла романа. Это каталанский спаржевый цикорий. Он уже начищен и нарезан, остается только заправить. А для заправки нам понадобятся анчоусы, чеснок, оливковое масло и немного винного уксуса. Анчоусы для этого салата я использую обычно из вот таких маленьких баночек. В ступке я толку чеснок и анчоусы, все хорошо-хорошо перетираю. Потом туда же в ступку добавляю немного оливкового масла. Цикорий сбрызгиваем винным уксусом. Хорошо перемешиваем. Ну а теперь можно отправлять и саму заправку, которая состоит из анчоусов, чеснока и оливкового масла. Хорошо перемешиваем, и салат готов. Я, например, предпочитаю есть его сразу, а мой муж предпочитает выдержать его несколько часов в холодильнике. Дело вкуса. Вот такой салат вы можете встретить даже на пицце, но помните, что вкус у этой пиццы будет немного соленоват из-за присутствия анчоусов. Итальянский сыр горгонзола наравне с французскими считается старейшими сырами с плесенью. Это горгонзола дольче, у нее сладкий и мягкий вкус. А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых видео, друзья!